Приглашаем всех посетить интерактивную выставку шоу «Лаборатория чудес». Вы окунетесь в мир молний напряжением 1 000 000 вольт. Лампы сами загорятся в ваших руках. Ждем вас в историко-художественном музее. А позавтракаем-ка мы с вами сегодня с салатом, да не простым, а горячим. Доброе утро, меня зовут Евгений Чубан, и сегодня в рубрике «Счастье есть» мы приготовим горячий салат из куриного фарша с овощами. Итак, нам понадобится куриный фарш, люкс из грудки куриной, соевый соус, болгарский перец, грибы, помидоры и молодая капуста. Сегодня приготовление завтрака мы начнем с его завершения, то есть... Обычно мы заканчиваем тем, что украшаем и сервируем тарелку. Так вот, сегодня мы с этого начнем. Начнем с того, что нашинкуем мелко капусту. Очень тоненько нашинкуем капусту и уложим ее на тарелку гнездышком. Да, чтобы вот так вот по кругу, да. И в центре создадим такую как бы вмятинку. Теперь помидорку очень тонко нарезаем дольками тоненькими и выкладываем по кругу. Потому что эстетическая красота блюда, это она очень важна. Оно должно быть не только вкусным, но и привлекательным глазу. Отлично, помидорку выложили. И теперь начинаем приготовление нашей начинки, теплой начинки в салат. И теперь фарш выкладываем на разогретую сковороду, куда уже масло добавили. И вилкообразной деревянной лопаткой все это начинаем разминать, чтобы у нас не было крупных комков из фарша. Солим, перчим сразу, да. В этот раз сейчас все надо добавить. И пока он у нас как бы обжаривается... Поглядываем за ним, но в это время нарезаем кубиком, средним кубиком болгарский перец и нарезаем шампиньоны. Так, все это нарезаем и все это скидываем в наш фарш. Все это вместе перемешиваем и немножечко обжариваем. Кстати, болгарский перец и шампиньоны, они у нас будут полуготовые и очень-очень сочные. Так, все хорошо перемешали. Вы знаете, если бы на нашей кухне сейчас была Патрисия Касс, то она обязательно бы добавила в этот салат, в теплый салат, немножечко... соевого соуса. Да, потому что соевый соус придает такой немножко паназиатский вкус, а она еще та любительница такой кухни. Но известна она не своей любовью к таким вот паназиатским блюдам, а своими песнями. Чего только стоят ее хиты. «Мадам Шон де Блюз», «Мир мужчин», а песню, которую она исполнила на Евровидении. Конечно, она не вошла в тройку лидеров, но все оценили ее потрясающую фигуру, как она выглядит, и ее, конечно же, голос, поскольку на Евровидении все поют вживую. И многие, кстати, пишут о ней в интернете, что она является именно тем типом людей, которые расцветают с годами. То есть, чем она становится старше, тем она краше. Кстати, к таким же дивам причисляют и Монику Белуччи. Ну, действительно, если посмотреть и на одну диву, и на другую, все сразу становится понятно. Тем более, у Моники Белуччи недавно состоялась очередная фотосессия, и все были просто поражены ее отличной формой. Так держать, Моника. Ну, оставим наших звезд в покое и займемся салатом. Теперь перекладываем фарш, грибы, болгарский перец, обжаренные и протушенные в соевом соусе, в наше, так сказать, капустно-помидорное гнездышко. Очень, кстати, аппетитно выглядит, а соевый соус придал такой насыщенный цвет нашему салату, что просто пальчики оближешь. Капуста и помидоры прохладные, начинка у нас горячая. Ух, не салат, а огонь. Предлагаю позавтракать прямо сейчас. Желаю вам приятного аппетита и смотрите телеканал «Каскад» и каждый будний день по утрам «Будильник шоу». Пока.